Адвокаты начали всеобщую забастовку. До 24 января они не будут присутствовать в судах и на процессах уголовного преследования. Они требуют, чтобы парламент отозвал предложенную Олесей Стамате поправку к закону об адвокатуре, позволяющую проводить обыски в профессиональных офисах защитников без предварительного согласия Союза адвокатов и таким же образом задерживать и арестовывать их. Союз считает, что она угрожает независимости деятельности юристов. Стамате на заседаниях парламента заявила, что в среду направила Союз письмо с предложением компромиссного решения. Я предложила ввести исключение для случаев активной, пассивной коррупции и торговли влиянием, а также грубых правонарушений, а в остальных случаях сохранить необходимость запрашивать согласие Союза. Знаю, что там не удовлетворены предложенным решением. Мы продолжим обсуждение, чтобы найти выход. Поправку, предложенную Стамате, раскритиковал ряд экспертов и парламентская оппозиция. Депутаты блока коммунистов и социалистов объявили, что намерены опротестовать ее в Конституционном суде. При этом министр юстиции Сергей Литвиненко предложил то же, о чем вскоре заявила и Стамате – лишать адвокатской неприкосновенности при наличии обоснованных подозрений в совершении коррупционных преступлений и в случаях с поличным.